Всем привет! С вами Кононова Аня и Шишкина Екатерина. И сегодня мы будем снимать обзор коллекции «Стильные тропики». Это новинка компании Faberlic 7-го каталога. Очень нам понравилась одежда, что-то очень мне не понравилось. И сегодня вместе с вами мы это обсудим. Итак, сейчас на нас легкий трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 198-508, цвет черный, размер 44, состав 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер. Честно скажем, что она нам очень понравилась, она классная, она симпатичная. Катюш, как тебе? Она очень женственная, наверное. Да, очень женственная. Ну, вообще, как бы, Катя сказала, ого, я буду ее носить. Как бы очень даже симпатичная. Следующее, что хочется показать, это трикотажная юбочка для женщины. Артикул 198-562. Артикул 198-562. Цвет мультицвет, размер 44. Состав 95% полиэстер, 5% эластан. Вот такая вот юбочка, стильная, классная. Пояс, Кать, толстый, не толстый? Пояс, ну, сантиметра 2-1. Да, где-то 1-2 сантиметра, да. Села просто замечательно. Он тянется очень хорошо. Да, и в принципе вся юбочка, да, так тянется. А сзади разреза нет? Сзади нет, она цельная. Ага, цельная юбочка, легкая, классная. Отойди чуть-чуть назад. Вот, да, то есть вот таким вот образом. Ну да, довольно-таки симпатично. Мне понравилось очень. Катюш, будем носить? Да, она такая... классные. Мы это понравились новые сапожки. Прыгаем, скачем, довольные, придовольные. Ой, попрыгушка. Вот так понравились, вот так нам понравились новые сапожки от Faberlic. Ну правда, на самом деле они клевые, они клевые. Розовые, Давик, розовые. Вот так вот, много ли ребенку надо для счастья? Сапожки от Faberlic, да? Ляли, да? Ой, какие классные, да? Топ-топиком в них будет по лужам прыгать, да? Топ, вот так, да, топ, вот так вот будет. У нас трикотажное платье с коротким рукавом для женщины. Артикул 196-507, цвет коралловый, размер 44, 95 хлопок, 5 эластан. Ну как, Катюшка, тебе? Мне нравится, но удобное такое. Удобное, да? Ну, осторожнее. Симпатично, ну, симпатично, легко. Ну, вот знаете, так просто вечерами гулять, мне кажется, самое то. Вот, но хотелось бы, конечно, если это брать молодежи, то чуть-чуть бы поменьше длину. Что? С каким-нибудь еще рисунком. Да, какой-нибудь аниме. Цветочек бы. Да, и анималистический принт какой-нибудь. Да, глаза. Так, сейчас у нас трикотажное платье с коротким рукавом для женщин. Цвет черный, размер 44, 95% хлопок, 5% эластан. Это платье Катерина точно взяла себе. Оно ей нравится. Так, артикул, не знаю, говорила, не говорила. 196-534. Симпатично, классно, классика, так модненько, да, то есть здорово. Сейчас полоска ценится. Катюшка довольна. Кать, как ты, с чем его будешь носить? С какой обувью? Ну, наверное, с босоножками белыми, которые у меня тоже от Faberlic есть. Можно еще с балетками, мне кажется, да. Будет тоже красиво. Балетки. С какими-то туфлями классическими, что-нибудь такое. Да. Так, сейчас на нас трикотажное платье с коротким рукавом для женщин. Цвет ярко-желтый. Артикул 196-525. Размер 44. Состав 95% хлопок, 5% эластан. Меня сейчас Катерина насмешила. Вот, раньше Катя ходила в танцевальню, сейчас она танцевала птенчика. Но на самом деле, мне кажется, классно, здорово. И желтый цвет Катерине очень подходит, очень идет. И я бы это платье с удовольствием оставила. Не знаю, Катерине не очень нравится, но посмотрим на, как даже сказать, на завтра, да, то есть... Пусть женщина наша молодая переспит с мыслью ночь и сама решит. Сейчас на нас трикотажное платье с коротким рукавом для женщины. Артикул 196-543.
Отличное платьишко, цвет белый, размер 44, состав 95 клопок, 5 эластан. На самом деле Катюшке идет, да, пусть оно еще немножко не слежалось, но тоже, в принципе, здорово. Катюш, тебе как самой? Мне нравится. Нравится, да? Ну вот, да, единственное, что вот тут по бокам вот эти вот вытычки, да, Катюш, покажи их, да, они как будто бы колонны вот сейчас стоят, но на самом деле оно уляжется и будет намного-намного симпатичнее смотреться, вот, и мне кажется, оно пойдет и с тапочками с легкими, и пойдет с какими-то, может быть, туфлями на платформе и со шпильками, какими-то летними босоножечками, простенькими, да, то есть, ну, такой классный классический летний вариантик. Сейчас на нас платье с коротким рукавом для женщины, артикул 198, 535, цвет мультицвет, размер 44, 100% хлопок. Катюш, подойди ко мне немножко поближе, да, вот видите, какая длина, длина абсолютно не Катина, но на самом деле оно ее очень стройнит. И мы думаем, может быть, нам его оставить, но обрезать и сделать его немножко чуть выше коленка, потому что, ну, действительно, как бы Катюшке идет, и Катюшке классно, если бы вот не длина юбочки. А вот куда-то на отдых, может быть, с собой брать еще что-то. Катюш, поверни задом. Вот, тут у нас пояс, его можно одевать и вперед, и назад. Катерина выбрала, что вот ей нравится именно таким вот образом. Так, сейчас камеру поверну. Ей нравится именно таким образом. Вот, и в принципе моделька довольно таки достойная. Если ее сделать покороче, то она великолепно будет сочетаться для девушек, ну, как сказать, будет подходить девчонкам, да, и, в принципе, и женщинам, если оставить данную длину. Да, ничего так. У нас отличное летнее сочетание. Это трикотажные шортики для женщины. Цвет ягодный, размер 44, 100% хлопок. Артикул 196-606. И также трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Цвет ягодный, размер 44, 100% хлопок. Артикул 196-453. Я думаю, что вообще прикольно. Вот как вы думаете, Катюшке вообще розовый такой вот насыщенный очень идет. Мне понравилось. Сейчас на нас трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины, цвет персиковый, размер 44, состав 100% хлопок. Артикул 196-462. Ну, что я могу сказать, легкая, персиковая, классная, прикольная, симпатичная, обычная футболочка. И также трикотажная юбочка для женщины. Цвет ягодный, размер 44, состав 95 хлопок, 5% эластан. Это артикул 196-561. Катюш, покажи, как она на талии, да, то есть обычная такая юбочка. Не знаю, как-то она мне не очень-то понравилась. Катюш, тоже, да, тебе не нравится как-то, да, вот не особо. Вот, а так, в принципе, симпатичная очень футболочка, освежает, здорово. Итак, сейчас на нас трикотажные шорты для женщины, артикул 196-588, цвет ярко-голубой, размер 44, 100% хлопок. Да, классные шортики, такие же, как предыдущие черные, а также на резиночке с кармашками, все хорошо. И также на нас классная, освежающая трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины, артикул 196-444, цвет ярко-желтый, размер 44, 100% хлопок. Прикольная футболочка, пусть она и простая, но она очень освежает. Сейчас на нас трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины, артикул 196-489, цвет черный, размер 44, состав 100% хлопок. Ну что, прикольная расцветочка, универсальная, подойдет ко всему, да, Катюш? Угу. Да, свободно, кожа в ней дышит, в принципе, да, хлопковые вещи я всегда любила и люблю. А сейчас на нас трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины, цвет белый, размер 44, 100% хлопок, артикул 198-526. Классная футболочка, симпатичная, прикольная, легкая, с очень интересным принтом, как вы видите, принт у нас цветочки. Катюш, что там, фиалки или что это? Не знаю, вот это, скорее всего, фиалки.
Ага. Остальные я не знаю. Мне кажется, они все просто разноцветные. Ага, понятно. Ну, лопух. Лопух. Да нет, это, наверное, не лопух. И смотрите, еще на нас трикотажные шорты для женщины. Артикул 196-579. Цвет черный, размер 44. Состав тоже, кстати, 100% хлопок. Они идут с карманами. Карманы неглубокие. Сейчас на нас трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Цвет голубой, размер 44, состав 100% хлопок. Вот, артикул 196-498. Отличная кофточка, классная кофточка. Вот, и такая же очень интересная юбочка. 95% хлопок, 5% эластан. Катюш, покажи, как она на талии смотрится. Это артикул 196-570, цвет черный, размер 44, 95 хлопок, 5% эластан. Да, то есть, ну, мы сейчас сочли несочетаемые, не ругайте нас, пожалуйста, потому что мы просто хотим показать все, что у нас есть. Ну что ж, перейдем к следующей модели. Сейчас на нас трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Артикул 196-435. Цвет белый, размер 44, 100% хлопок. И трикотажные шортики для женщины. Цвет светло-серый меланж. Размер 44, 95 хлопок, 5 вискоза, артикул 196-615. Шортики точно такие же, как голубые, прикольные, классные, легкие, летом классно. Но единственное, что верх у нас с Катюшей 44 размер, низ все-таки надо заказывать 46. Мы немножечко прогадали с размером, поэтому для того, чтобы носка была комфортной, мы закажем просто на размерчик побольше и будем носить с удовольствием. Классные шортики и классные базисные, в принципе, модельки все. Сейчас на нас трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Артикул 196-471. Цвет голубой, размер 44, 100% хлопок. И второе, это трикотажная юбочка для женщины. Цвет ярко-голубой, размер 44, 95% хлопок, 5% эластан. Ну, это натуральные вещи для прогулки, я так понимаю, в жаркое время, чтобы было уютно, комфортно, симпатично. Да, то есть вот мне кажется, что такой очень-очень легкий, такой нежный образ получился для того, чтобы и не спотеть, и прогуляться. Вообще здорово. А сейчас на нас летние трикотажные шорты для женщины. Цвет ментоловый, размер 44, 100% хлопок. Артикул 196-597. Ну, что можно сказать? Пляжные шортики прикольные, отличные, легкие. Карманчики есть, Катюш. Карманы глубокие, не глубокие? Нет, да? Такие. Ну, с ладошку. С ладошку, да. Ну, телефон в них не положить, я так думаю. Ну, и можно, но не стоит надеяться, что он не выпадет. Ну, да, я тоже так думаю. И подними немножечко, покажи нам, какой пояс на талии чуть-чуть. Да, то есть, ну, вот, как вы видите, оно регулируется. Нам они немножко маловаты. Я думаю, что 46 размер намного бы лучше на нас смотрелся. Сейчас на нас трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Цвет ягодный, размер 44, состав 100% хлопок. Артикул 196-480. Ну, что я могу сказать? Полосатая, красная, классика. Очень так легко носится, легко коже дышится. Вот, размер 44 нам подошел просто великолепно. Сейчас на нас трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Цвет белый, размер 44, состав 60% полиэстер, 40% хлопок. Артикул 198-841. Ну, как вы видите, мы не рискнули такую просвечивающую вещь на Катюшку одевать без одежды, да, то есть ее можно носить, я так понимаю, и на купальник, и просто так ее можно носить на нижнее белье, и можно под низ одевать какую-то маечку. Катюш, подойди, покажем сеточку. Она очень такая миниатюрная, слегка, мне кажется, что маломерит, и такая грубоватая ткань на ощупь, очень плохо растягивается. Вязка у нее, вот как вы видите, мою руку, вязка у нее такая грубоватенькая, и в целом
смотрится очень хорошо. Сейчас на нас легкий трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 198-724, цвет желтый, размер 44, 95% вискоза, 5% эластан. Тянется отлично, рукавчики хорошие. Да, идут что-то типа манжетиков, симпатичные. Катюш, подойди поближе, покажем принт на плече. Да, то есть вот они, тоже анималистический такой принт идет, шикарно, да, то есть шва нету, это просто слежалось, мы еще не погладили перед примеркой, просто великолепно. Мне очень понравилось, освежает, и, ну, я так считаю, что это такая старая, добрая, прикольная, легкая классика для отдыха, очень даже хорошо. Сейчас на нас блузка с укороченным рукавом для женщины, цвет мультицвет, размерчик 44, состав 100% вискоза, артикул 198-940. Что могу про нее сказать? Классная, классная, стильная, можно носить на одно плечо, на оба плеча, просто великолепно. Катюш, покажи завязочки, подойди поближе. Да, то есть тут на руках есть завязочки, на плечах по плечу идет резиночка, да, вот такие вот завязочки. Угу. По плечику идет такая вот резиночка суперская. Ну, вообще красотища. И также у нас идут шорты для женщины. Как вы видите, они просвечивают. Мне они не очень понравились. Карманы видно. Артикул 198-571. Цвет белый, размер 44. 97% хлопок. 3% эластан, шорты в облипочку. Что хочется сказать, они такие классические, как вы видите, вот они идут уже именно для отдыха под купальник, и они не сильно тянутся, еле-еле-еле. Катюш, подойди, пожалуйста, давай посмотрим, как они тянутся. Да, вот качество вблизи. Ну, очень, как бы, они у вас будут в обтяжку, потому что они растягиваются, да, то есть вот пуговка, тут идет ремешок, в принципе, так-то, да, в принципе, симпатично. Так, тут карман обман сзади, ну, в обтяжечку, надо больше размерчиком брать. Итак, сейчас на нас жакет с коротким рукавом для женщины, артикул 198-472. Цвет бежевый, размер 44, состав 97% хлопок, 3% эластан. Ну, в принципе, жакетик классный. На груди кармашки настоящие. На поясе кармашки обмашки. Вот, на плечах погоны. Жакет полностью, мне кажется, нисколько не тянет. Вот, пояс, честно скажу, что мы его затягиваем, он тут же расслабляется назад, очень неудобный в этом плане пояс, вот, но в принципе просто шикарно, просто вы посмотрите, как Катя идет, как Катя подходит, она прям расцвела, это ее оттенок, и ой, ну мне очень понравилось, так приталивать, делает из нее такую красивую, стильную, модную девушку, что просто я в восторге от этого комплекта целиком. Хотя вот юбочку желательно бы на размерчик и побольше. Вот, ну просто шикарно. Сейчас Катерина в легком трикотажном джемпере с коротким рукавом для женщины. Цвет мультицвет, размер 44, состав 95% полиэстер, 5% эластан, артикул 198-499. Легкая кофточка, хорошо тянется, плечики, я считаю, что такие будут здорово смотреться на любой девушке, на любой женщине. Разрезик кругленький, обычный, да, то есть, ну, такая вот прям универсальная кофточка, и в магазин сходить, и вечерком прогуляться, мне кажется, вообще здорово. И юбочка для женщины также на Катюшке, цвет бежевый, размер 44, 97 хлопок, 3% эластан, артикул 198-553, мы ее еле натянули. Мне кажется, что она идет как маломерочка, она очень стильная, она очень классная. Катюш, она вообще нисколько не тянется, хотя бы чуть-чуть. Ну, немножко, да? Чуть-чуть.
чуть-чуть она растягивается, но я вот не вижу... в поясе. А, в поясе вообще нисколько не растягивается, тянется, да? Она тянется снизу, покажи... и то в разрезе где. Да? В разрезе, ага. А здесь очень-очень мало. Очень мало. Покажи, пожалуйста, замочек до самого пояса, да? То есть вот таким вот образом. Юбочка стильная, классная, но вот как вы видите, полностью в облипку. Это не наш фасон, а в ней будет очень тяжело Катерине ходить и все. Хотя длина, в принципе, нормальная, но 46 размер. Скорее всего, она маломерка. А сейчас на нас легкий трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Да, то есть, ну, как вы видите, Катерине он не идет, но Катюшка хотя бы его покажет. Цвет, кстати, классный, освежает. Называется мультицвет, размер 44, артикул 198-517. Ткань первая, спинка и рукава, это 95% вискоза и 5% эластан. И ткань вторая, полочка, это 100% полиэстер. Очень интересно, она сзади растягивается очень хорошо, а спереди прям совсем нисколько не тянется. Посмотрите, да, слышите вот этот звук? Очень интересно, да, нисколько не растягиваться. Сейчас на Катерине трикотажное платье с коротким рукавом для женщины. Цвет мультицвет, размер 44, состав 95% полиэстер, 5% эластан. Симпатичное платьишко, для фигуристых оно будет приталивать очень здорово. Легкое, приятное, очень даже такое симпатичное. Вот, оно идет чуть ниже колена. Катюш, сколько ты ростом? 160, Катюша, ростом, да, вот оно идет чуть ниже коленом, 44 размер. Ну и последнее платьишко, это трикотажное платье с коротким рукавом для женщины, цвет фиолетовый, размер 44, состав 95 хлопок, 5 эластан, артикул 196-516. Отличное платьишко, Катерина сразу сказала: мама, мы его оставляем, оно мне нравится. И после того, как она его одела, я поняла, почему оно ей понравилось. Прям я вот... его надела. Да, меня Катюша приучает говорить правильно, за это спасибо огромное Катерине. А, Катюш, носи с удовольствием, да, то есть вот, ну, конечно, сами видели вещи, которые Катерине не идут, и, в принципе, ну, вот, наверное, больше половины точно будем отправлять на возврат, потому что у нас фигурка песочные часы, да, под песочные часы я вот сама такая, Катюшка пошла в маму фигура, и, конечно, не так и просто подобрать. Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Шишкина Екатерина. Иконова Анна. Да, спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем рады снимать для вас новые обзоры женской, детской и мужской одежды Faberlic.